Что-то не понял, что-то видос не снялся, что ли. Еще раз проезжаем. Еще круг. Мой лагерь. Вот нормальная волна, не тянет воду. Вода вон отстает. Узенький угол. Динамика хорошая, управляемость суперская. То есть все как надо. Ну вот управляемость вообще сказочная. Потому что вначале были проблемы именно с управляемостью. То есть все тяжело, заглублено, вязко как-то. Именно с маневренностью. По прямой-то он шел ровно, хорошо. А вот маневр. Вот, глисс. Прет просто. Вон она. Там впереди вон. На катере люди приехали. Ну, во сколько? Часов 9. Они уже вон, смотрю, лагерь там разместили. Тоже отдыхает, рыбачит. Чуть ниже моего места, наверное. Ну все, я пристаю, швартуюсь. Ех! Ну и главное, расход горючки оптимален. То есть, соответственно, с такой скоростью. Это и крейсерский режим, экономический. То есть, вот я газ даю уже. Она прет неплохо. На 50% она уже идет. А не на 70. Соответственно, ресурс движка больше. И все остальное. С вами Юрич, короче. Амур. Хабаровский край. Великая русская река. И край, который поднял знамя новой антикриминальной, антикоррупционной революции. Ох, бляха. Даже страшно. Я ж просто это. Так, на нейтралку. Оп. Я ж просто это самое уносит. Крутишь слегка, даже вот приемистость стала нормальная. То есть крутанул, и оно пошло. А так приходится. Было туже, короче. Ну, вы видели, я, в принципе, фильмы снимал, поэтому. Гасит за весла.